Почему толчки сильнее всего ощущались в определенных микрорайонах Красноярска? Северном, Солнечном, Покровке, на Взлетке, объясняют ученые. Именно эта зона стоит на так называемых рыхлых отложениях. То есть гранитная плита под ними максимально восприимчива к глубинным возмущениям и активнее передает всю мощь сотрясений. Это та рифтовая зона. Байкал-то находится в рифтовой разломе, в рифтовом разломе. И вот как раз этот рифтовый разлом, он все время возмущается. Имеется в виду энергия нашего ядра планетного. Она периодически, там же бурлит все, вот, возмущается. И возмущает вот эту плиту. Выплеск идет. И вот... Плита все время в движении, поэтому землетрясение происходит. А мы периферийная зона вот этой байкальской рифтовой зоны.